Молодые люди с трудом могли усидеть на месте. Танцевали, пели, общались друг с другом. Впрочем, большую часть времени двухдневного слета посвятят обсуждению насущных вопросов вожатского движения и обмена опытом. Вот сегодня, например, у нас прошел круглый стол с руководителями, где они обсудили возможность возникновения окружного педагогического отряда. То есть это будет сводный отряд, в котором будут представители всех регионов ЦФО. Участниками форума стали около 250 человек из 15 регионов ЦФО. Все они имеют большой опыт работы в детских оздоровительных лагерях. Их педагогические знания могут быть полезны для всего движения.